что подарить на 23 февраля. Чем приятно удивить 8 марта? Торговый дом «Заволжский» предлагает массу ответов на эти вопросы. Потрясающая коллекция стильных, необычных и даже эксклюзивных подарков действительно вдохновляет и дарит идеи, как порадовать родных, близких, друзей и коллег. Подарок на все времена для делового человека или руководителя ручки известных мировых брендов и настольные наборы. Любители винтажа и истории оценят музыкальный ретро-центр, который проигрывает виниловые пластинки. Практичным подарком послужат походные швейцарские ножи, зажигалки и термосы. Для ценителей хороших напитков отличным презентом станут глобус-бар, набор сомелье, хрустальный штоф, набор оригинальных стопок-перевертышей или модные латунные подстаканники. Для ценителей охоты и рыбалки будет прекрасным подарком вот такой шашлычный набор в кожаном кейсе. Стоит отметить, что это все представлено из натуральных материалов. То есть здесь используется натуральная кожа, латунь и дерево орех. Подстаканник тоже идет из латуни. И, конечно же, все это ручная работа. Любители готовить непременно будут рады набору кастрюль, сковородок или дизайнерским столовым приборам. Украшением стола станут мармиты и посуда, которая подобрана здесь на любой вкус. Заволжский представляет и богатую коллекцию бокалов и сервизов известных российских и мировых домов посуды. В качестве универсального подарка можно составить набор из мужской или женской органической уходовой косметики. И ни одна ценительница стильных интерьерных вещей не пройдет мимо лаковых шкатулок. Порадовать своих родных и близких можно и выбрав для них качественный текстиль. Превосходным подарком на 8 марта может стать комплект постельного белья или набор махровых полотенец для ванной комнаты. Хочу отметить, что в торговом доме «Заволжский» представлены наборы полотенец в подарочной упаковке, куда входят и ароматы для дома. Консультанты торгового дома всегда помогут с выбором тех вещей для домашнего уюта, которые станут идеальным дополнением к спальне или гостиной. От премиальных комплектов постельного белья до уютных пледов. В этот весенний праздник можно проявить заботу и подарить уютный и мягкий плед своим любимым женщинам, мамам и бабушкам. Впереди весна, время обновления, и, конечно, каждая женщина рада обновить свой гардероб. На втором этаже торгового дома представлены дизайнерские коллекции женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров от известных европейских брендов. И чтобы не запутаться в многообразии и наверняка угодить с презентом, есть универсальный вариант – подарочные карты. Не забывайте, что не обязательно тратиться на шикарный подарок. Угодить можно, если просто прислушаться к желаниям и интересам человека. Торговый дом «Заволжский» – это всегда интересные и достойные подарки для каждого.